нашли его. Инна на вас брата. Кого? Вот, ну, Инна на вас брата, что месяц назад. А, у то, что это, ну, а где он был? Ну, живого нашли? Нет. Лучше тебе не рассказывать. А, мертвого нашли? Да. Так он рассказал, тебе лучше, это они не слышат. Ну, рассказывай, что ты как этот, убитого нашли, ну, уже? Что-что? Ты спрашиваешь, поехала там в Донецк, там какая-то, короче, грубо говоря, свалка. Платила деньги, лежат один на одном. Платила деньги, нормально заплатила, и вот это перелаживали, пока она не нашла. Ой, сука, блядь. Чмо бородатая, блядь, рассказывает, тварь ты ебаная. Говорит, там целая, ну, короче, там некуда ложить, свалка, короче, я тебя, в общем, языком, свалка. Пиздец, высотой с человеческий рост. Ну, вот, сука, блядь. Говорит, тысячи. Ну, вот это ж вот это кидают, а потом им же проще сделать, что пропал без вести. И я ж Валик кто так и говорю. Вот, им проще сделать, пропал без вести. Суки, блядь. Говорит, и так вот чисто случайно, и, говорит, ну, специально ехала, и, говорит, специально вот это, говорит, там, говорит, пиздец. Она набрала денег и, короче, и поехала. Через это все нашла, где вот эта вся свалка, короче. Это не мост, это свалка. На все, как говорится, здоровенный этот поле, не поле, полигон, не полигон. Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, вот это там тысячами привозят, вот так. Говорит, тысячи, говорит, ну, не знала, хватит, не хватит, говорит, и сколько перелаживать, 2, 3.